Печужа и ежа. Колючая проволока. Правильно, все люди уже знают это. А вы знаете, что ли? Так, товарищи, 19 часов. Можно начинать? Первый раз вижу. А? Включаем. Значит, уважаемые товарищи, мы медленно, но верно двигаемся в изучении науки логики и находимся в такой очень трудной части. Я бы даже сказал, что даже труднее она может быть, чем тот раздел, который является разделом субъективной логики, в котором содержится книга «Учение о понятии». В чем тут дело? Мы об этом уже неоднократно говорили, что сущность есть снятое бытие. То, что такое снятие, мы все знаем, изучали. Снятие – это отрицание с удержанием. Отсюда, если мы поняли, что бытие переходит в сущность, отрицая себя, но при этом оно и удерживает то содержание, которое имеется в бытии. И ясное дело, что если сущность есть снятое бытие, то это содержание появится или проявится не так, как оно находилось в бытии. Правильно? Оно появится с отрицанием. И так или иначе будет. Забегая вперед, мы уже говорили, что, первые проблески бытия – это вот моменты. Такой момент, как просто некая непосредственность, как существенное, в противоположность несущественному. Потом это вот бытие, это равенство сущности с собой, то есть отрицательность, равенство отрицания с собой. Дальше мы говорим о том, что когда мы продвигаемся вперед, то вот эти категории бытия и отрицания все время присутствуют в единстве, и мы как раз сегодня будем этим заниматься. Это себя особенно проявляет в разделе тождество, различие, противоположность и противоречие. Ну и дальше противоречие разрешается в основании, основание проявляет себя в основанном. Вот. А основанное – это вот бытие, которое уже, так сказать, как бы выходит здесь на первый план. Оно является отрицанием основания. Оно и отрицательную природу имеет. Ну, какое? Оно же не основание, оно основанное, но оно является и выражением этого же самого основания. Нет ничего в основанном, чего бы не было в основании, и нет ничего в основании, чтобы не показало, не проявило себя в основанном. Хотя и при этом, при всем, основанное отличается от основания. Вот затем мы наблюдаем, что рассматривается сущность в таком во внешнем виде. Это вот будет условие. Условие – это то, без чего не может себя, так сказать, сущность существовать. Вот, скажем, наши занятия не могут существовать без воздуха, поскольку через него передается звук, без электричества, поскольку в темноте не очень они получатся. Хотя, я думаю, у нас никто не записывает, и я могу говорить без бумаги, то есть уж это не сорвало бы нам особенно. Но вот запись там для тех, кто смотрит занятия кружка, уже мы без электричества не проведем. Это понятно, потому что все записывающие устройства, и микрофоны, и связь микрофонов с соответствующим аппаратом, все построено на соответствующем. И с одной стороны на электроволнах, и затем на электрических импульсах, которые передают это все. И тогда получается, что вот сущность, которая имеет место как основанная на основании и определенных условиях, она дает уже существование. Существование – это такое бытие, которое есть в условиях и на определенном основании. Вот поэтому, как вы помните, мы в самом начале все попытки говорить о существовании в начале, когда мы говорили о бытии, о чистом бытии, мы сразу останавливали и говорили, что давайте мы это дело далекого будущего, когда мы будем говорить о существовании. Одно дело я есть, а другое дело существую. Это разные совершенно категории. Категории одна очень простая, а другая очень уже сложная категория. Затем мы знаем, если двигаться вперед,
Мы знаем, поскольку мы делали такой обзор, мы еще это не вывели, мы знаем, что неким аналогом, если мы продвигаемся дальше в движении этих категорий, уже вместо существования появится явление, а вместо основания появится закон. У каждого явления есть свой закон. И вот этому являющемуся царству соответствует спокойное царство законов, поскольку закон есть спокойное явление. Ну и они, с одной стороны, противостоят друг другу сначала, как всегда это бывает. Есть закон, а есть его явление. Или есть явление, а у него есть закон. И хотя вот очень простое определение закона у Гегеля – спокойное явление. Проще и короче вроде нельзя. Тем не менее, вы откроете, например, любой справочник философский. Там будет, что это, значит, устойчивое отношение, связи там, между тем-то и тем-то. Длинное такое определение. Что говорит еще раз о том, что и те товарищи, которые давали, писали эти учебники или словари, они... Значит, а чье это определение? Чего? Не знаю. Не знаю. Такое определение вот везде гуляет, никто не откликается на него, никто ответственность за него не берет. За взрывы и за такие определения ответственность никто на себя не взял. Но спрашивается, а что, в явлении нету себя? Закон не проявляет разве? Раз он себя проявляет в явлении, значит, есть закономерное в самом явлении. Есть. И вот то закономерное, что есть в самом явлении, называется уже действительным. То есть действительность – то, что есть на поверхности, но соответствует на поверхности и соответствует закону. А все, что есть на поверхности, совсем не обязательно действительно. Вот у нас есть убийцы, грабители, бандиты. Они есть? Есть. Существуют? Существуют. Действительны они? Нет. И эта публика недействительная. Ими занимается Следственный комитет. А что называется законом? Закон называется спокойное явление. А юридический закон? Юридический закон – это норма, которая защищается силой государства. Это спокойное явление? Нет. Да, спокойное, конечно. То есть самые разные преступления, они все-таки проходят по одной статье. Разные люди. Поэтому вот если это речь идет об убийстве – это одна статья, а если о воровстве – другая статья, о грабеже – третья статья и так далее. То есть есть тут похожесть, но такая непрямая. Все-таки понимать закон с точки зрения философской или там просто объективный закон жизни – это одно дело. А когда мы говорим о юридическом законе, это же бумажные законы, которые принимаются людьми, нормой. Например, если есть приказ в отношении одного человека, он не может быть нормой права. Если есть два человека, вот эти два человека должны делать то-то и то-то, и одна и та же норма, тогда это уже входит в право, поскольку это уже, так сказать, не индивидуализированное требование государства, а норма. Возвращаемся назад. Мы с вами довольно-таки обстоятельно рассматривали вопрос о рефлексии и усвоили, что это бесконечное движение. Почему бесконечное? Потому что вы берете сущность, вам же хочется ее разглядеть, вот хочется это вот бытие сущности разглядеть, но поскольку сущность – это снятое бытие, это разглядывание должно быть связано с чем? С отрицанием этой непосредственности. А это отрицание равно самому себе? Равно самому себе. Вот отрицание, которое равно самому себе, мы можем рассматривать как некоторое устойчивое отрицание, как удержание этого отрицания. И вот отрицание, взятое как удержание, тоже как бы берется тем самым, как непосредственное. Но оно само себя отталкивает, потому что отрицание, потому и отрицание, что оно отрицает. И поэтому или отрицание как удержание, или бытие как момент. То есть мы вот видим такие, на самом деле, такие два момента в рефлексии, которые присутствуют и которые превращают рефлексию в бесконечное внутреннее движение. И это бесконечное внутреннее движение нас приводит в трепет сначала. Почему? Потому что все были какие-то такие вот категории, которые мы хоть в руках нельзя подержать, но хоть в голове они укладывались. А это, если надо бесконечное внутреннее движение, и то, в общем, непонятно, как его изучать. С другой стороны, если немного подумать, обратиться к, собственно, к действительности, к материи, а есть материя, которая не
обладает свойством бесконечного внутреннего движения. Есть такая материя? Даже если возьмете обычное твердое тело, любое, уже камень, бревно. Уже неотъемлемая форма существования материи. Почему форма? Способ. Вот этот способ лучше. Но способ это похож на человека, как будто он что-то делает. С каким способом вы это делаете? Материя. Характеристика это материи. Материя изначально и есть то движущее. Никакой другой материи просто. Характеристика или свойство? Характеристика. А почему не свойство? А потому что она неотъемлема ее определенность. А свойство это уже другое. Их свойств может быть много. А это вот фундаментальное что-то характеристика. А? Они все определенности. И определение, это и свойства, характеристика. Это тоже определенность. Это тоже определенность. Но вот мы как раз различали, вот, когда мы говорили об определении и характере. То есть вот определение материи в том, что она есть. Но она есть только как движущаяся. Вот ее и характер. Она по своему характеру только движущаяся. Не движущейся материи нет. Нету материи. Причем какое движение? Бесконечное. Вы можете себе представить остановившееся движение какое-то? Да, если вы переходите к микромиру, то уже даже и обсуждать тут нечего, все понятно. То есть все, что, так сказать, мало-мальски движется, с физической точки зрения, оно находится в бесконечном движении, и температура – это, так сказать, некоторая характеристика скорости движения. Да, молекул. И макромер тогда. Да. И то же самое. А если мы дальше спускаемся, то, как мы понимаем, что атомы имеют ядро и электроны, которые вращаются и так далее. И это движение никогда не прекращается. И все попытки, скажем, даже заморозить что-нибудь, они наталкиваются на то, что при приближении к абсолютному нулю, то есть эта задача становится недосягаемой, то есть такая абстракция может быть абсолютный нуль температуры, но это невозможно сделать. Ну, почему невозможно? Потому что вы не можете остановить движение материи. А двигаться к этому можете бесконечно, пожалуйста, приближайтесь. Вот, поэтому, с одной стороны, кажется, что это вот какая-то такая... Ну, такое уж придумал Гегель, уж закрутил бесконечное движение, как характеристика, относящаяся к сущности. Правильно, потому что вот мы видим, смотрим на стол, он неподвижный, а на самом деле он находится в бесконечном движении, по сущности. Отвлекитесь от этой его, так сказать, поверхности, да, а он состоит из, между прочим, молекул дерева, ну и они состоят из атомов и находятся в постоянном движении, и как только тут температура повысится, и тут повысится температура стола, и скорость движения там тоже увеличится. Поэтому на самом деле нам при изучении науки и логики приходится, ну, не столько, так сказать, отталкиваться, сколько убеждаться в том, что насколько это вообще близко к правильному, действительному, истинному изображению мира. А вот то изображение мира, которое у нас есть, про которое Энгельс говорил, что вот мы сидим в четырех стенах нашей комнаты, и я вас уверяю, для того, чтобы заниматься метафизикой, то есть руководствоваться, то есть, скажем, для того, чтобы решать какие-то вопросы, основываясь только на формальной логике, не надо уж так уж браться именно за изучение диалектики. А диалектика нужна, если вы выходите на широкие просторы исследования. Если вы собираетесь изучать общество в его развитии, в его движении, да высшую форму, так, и движение к этой высшей форме, как вы можете это изучать, основываясь только на метафизике, только на формальной логике? Хотя сейчас модно, вот мы занимаемся диалектикой, у нас есть кружок диалектики, а модно философией, я имею в виду, среди кругах философов говорить о метафизическом взгляде, о метафизическом понимании, о метафизике, хотя, скажем, у Энгельса это растолковано давно, что диалектика – это более высокая форма понимания мира, чем метафизика. А метафизика – это отсталая на сегодняшний день. Метафизика, ну вот была физика, а более общий взгляд на природу, на общество, это назывался метафизикой. То есть. Да, физика. За физикой, выше физики. Ну, она выше физики. Нечто высокое. Да, высокое. Но оно-то высокое по сравнению с просто, так сказать, непосредственным разглядыванием физических явлений, вот, и более общее. Но по сравнению с диалектикой, конечно, это более узкий взгляд и более консервативный в этом смысле. На сегодняшний день это отсталый взгляд, и который
понятно, гнездится только на том, что люди диалектику не изучают, поэтому они остаются метафизиками. То есть метафизикам очень легко быть. Не изучай диалектику, метафизика у вас в руках, все в порядке. В общем-то, ругательство. Да, у Энгельса это было фактически уже и ругательством. Хотя вот то, что мы сейчас наблюдаем, но в силу того, что мы наблюдаем буржуазную Россию, в которой всякие реакционные взгляды. Если у нас есть конференция колдунов, то если люди занимаются метафизикой, это большой прогресс по сравнению с конференцией колдунов. Вот. Теперь я думаю, что вот без диалектики нельзя изучать ничего живого. И, скажем, в медицине, я думаю, что, безусловно, диалектику нужно вот изучать. Ну, вот тот же присутствующий здесь кандидат медицинских наук Денис Борисович очень просто объяснял, что вот есть, человеку делают прививку. Прививка – это ослабленный вирус. Так его прививают. Человек может быть ослабленный тоже, по разным причинам. По возрасту, по болезни, по предыдущим каким-то своим болезням и так далее. Значит, ослабленный вирус прививается ослабленному человеку. Если он более ослаблен, чем этот вирус, то человек заболевает, потому что он ему в кровь, не как-то он шел и кто-то на него кашлянул, это еще пока дойдет. А в него кровь, так сказать, прямо вводит этот вирус, и он может попасть в тяжелое заболевание. Вот товарищ нашего товарища Бориса Николаевича Гавшина, фамилия его Пряников, который был у него заместителем и который был начальником ГАИ Выборгского района. Недавно, после прививки, на второй день получил мощный скачок давления, на четвертый день инсульт и через два дня умер. Его похоронил, на похоронах был Борис Николаевич, и эту информацию после похорон в точном изложении вот нам дал. И мне как раз приходилось с некоторыми, так сказать, врачами говорить, которые говорят, не может такое быть после конечно. Я говорю, не может. Вот вы попробуйте сделать диагноз за 5 дней, что с человеком. А уже пока вы собираетесь только делать диагноз, его уже нет. Так что те, у кого так здорово не получается так быстро, тем повезло. По сравнению с этим человеком, которого я назвал. Ну, это другой вопрос. Я более простые вещи могу сказать, относящиеся к устройству человека. Например, вот я студентов спрашиваю, например, где кончается рука? Он говорит, вот. А что она у вас, живая рука? Ну, если живая, то кровь-то в ней идет. Если она идет, так она что, здесь останавливается, что ли? Или она идет до сердца? Так рука кончается или кровь? А что, у вас рука без крови? Без крови, Михайлович. Вы как отдельно рука, смотрите? Рука, кровь отдельно? Рука, кровь, то есть, кровь. Понятно, значит. Да, вот для тех, кто находится кровь, в анатомическом театре, там уже, во-первых, кровь, она там не движется, и там очень просто отделить руку от крови, тем более кость можно отделить, там вообще разные, все проще. Психологически это все второе, отделяется. Значит, вот если вы сейчас вот взяли и вот так вот положили пальцы, вы как сигнал откуда у вас пошел? С плеча или из мозга, Иван Михайлович? Поэтому рука ваша начинается и в голове. И в сердце она начинает. Если она живая. А если она не живая, то да. Как говорится, тогда извините. Ну, это, в общем, совершенно понятно. Я могу вам авторитета привести. Товарищ Энгельс говорит, части лишь у трупа. Что вот это представление, деление на части и целое, вот это трупное представление, потому что часть – это вообще даже по самому понятию, часть – это часть целого. То есть она это высказывание о целом. Да. А целое предполагает части, потому что не бывает целого без частей. Поэтому это вообще неразрывные понятия. Неразрывные, и в этом смысле даже вот Гегель говорит, неистинные. Деление на части и целое – неистинные понятия, потому что они это никакого другого содержания, кроме того, что часть из целого состоит, а целое из частей, не дают. И разделить на эти части, ну, можно, как говорится, формально, как угодно можно разрезать. Как мы знаем, как продавали мясо, там, значит, толстый край, тонкий край, филей, и вся это разложено. Но если также начинает рассматривать человека, то это необходимо, скажем, для тех, кто проходит там медицинскую подготовку, потому что я спрашивал тех же студентов, вы хотите, чтобы вам операцию делал тот человек, который первый раз на человеке делает операцию? А лучше, или вы хотите, чтобы он на 20 трупах сначала, а не сейчас искал, разрезал вас и сказал, где у него там селезенка? Не знаете, Валерий Александрович, где там? А подскажите, пожалуйста, Денис Борисович, где у него там должно быть что?
То есть то, что является непременным элементом обучения, это вовсе не значит, что это какая-то часть отдельно. А? Сейчас трупы даже не нужны. Здесь да. Симуляторы. Или там, скажем, кроветворную функцию выполняет костный мозг, вроде бы, да? Ну а как это через кость проходит? Конечно, если кость понимать как нечто такое вот непроницаемое для... А в организме такого нет, нет такой непроницаемости. В природе вообще нет ничего. Да. Ну вот, короче говоря, понятно, что диалектический взгляд, он полезен в сложных науках, о сложных каких-то объектах, о сложном, о высшей форме материи, или, скажем, о человеке, или об обществе. Без него невозможно обойтись. Скажем, не бывает таких порядочных людей, у которых бы не было недостатков. Не бывает. Поэтому вы можете... Как различать порядочных людей и негодяев? Негодяй – это человек, у которого есть хорошие качества, но они не составляют его определения. Они относятся, так сказать, к минусу. У него есть хорошие качества, но он отрицает его природу. А его природа такая, что он вот такие вот делает. А есть перерождение людей. Был хороший, и у него вот это были положительные качества, это отрицательные, а потом раз – и он негодяй, но у него и все равно есть положительные качества. А мошенник кто такой? Тот, кто... злоупотребляет доверием, ему доверяют, думают, что он порядочный, дают ему деньги. Вот в последнее время сколько было мошенников, да? А он использует это доверие для личного обогащения и так далее. Короче говоря, как только мы в эту область попали, здесь вот мы все видим противоречие. Поэтому не будем удивляться, возвращаясь к рефлексии, что рефлексия – это бесконечное внутреннее движение. А как вы? Вот это и есть самодвижение. Само движется. Нету такого, чтобы само не двигалось. Покоя-то нету нигде. Покой нам только снится. И как вы переведете к рефлексии? Отражение. Бесконечно. Потому что всякое, все, что вы скажете в области сущности, вы должны взять с отрицанием. Любое свое слово. Ну, допустим, вот Валерий Александрович, хороший человек, но он может стать еще лучше. Что отражение – это неудачный перевод, там видимость еще приводится. Нет, это не перевод, видимость – это отдельно. Видимость, вот, видимость – это как отдельно, но и здесь как бы вот то, что… Рефлексия вот, именно, рефлексия, и вот да. Определение – это вот, это вот, все это формы рефлексии. Мы и сегодня будем их изучать, тождество – это рефлексия, различие – это рефлексия. Разность – это рефлексия, противоречие – это рефлексия. Все это рефлексия. Мы почему на рефлексии несколько занятий, так сказать, останавливались? Потому что рефлексия – это вот, вот то самое движение, которое проявляется потом в разных категориях, в разных, по-разному. Но это не то, что вот есть рефлексия, а потом пошли тождество, там, различия и противоречия. Поэтому, если вы будете внимательно смотреть, вот подход, собственно, к тому же тождеству, и вы увидите, что вот… Речь идет о рефлексии. И иначе непонятно, вот, как, откуда вдруг выскакивает это тождество. А вот, пожалуйста, начинаем мы это тождество. Смотрите, сущность есть простая непосредственность, как снятая непосредственность. Это вот сразу здесь снова воспроизводится, что такое сущность. А что такое снятая непосредственность? Простая непосредственность, ну как снятая непосредственность? Сразу противоречивые высказывания здесь. Совершенно противоречивые, потому что простая непосредственность как снятая. То есть как такая, которая отрицается. Если не такая, которая просто есть. Она снятая, значит она уже не непосредственная. Да? Ну а надо, вот вы сначала же сказали простая, а потом доглядели до конца и увидели, что она непростая. Вот простой человек, а у Мишка-то у него... Есть. Хотите, вот тут вот примечание Гегеля. Да. Перевод Грегора Шейнина, а также производного от него существительного Дайшейнина, однокорневого Дершейн, крайне затруднителен. Это не к видимости, это не имеет отношения. Вот. Это видимость. А вы не, значит, это нет, не заменив явно неадекватное гегелевскому тексту, к примеру, отражение, нет, Шейнин не... там как рефлексия вот в начале ну самого. Ну и что? Ну пусть будет другой перевод. Это имеет значение? Ну другое будет название этого термина. Что?
Это не имеет никакого значения. Вот если, тут написано неадекватное гегелевскому тексту отражение. Фамилия кто написал? Он не прав. Ну и все. Я не говорю, что он не прав. Давайте будем изучать Гегеля и не будем изучать тех людей, которые ничего гегелевского или подобного Гегеля не написали. Перевод это вообще нет. Перевод – это дело филологов, которые философами не являются. Вот они переводили так, что вот эти люди, особенно вот в этом издании и в моем, вот этом вот издании. Это один и тот же перевод. Да. Вот в этом один. А вот есть хороший перевод, они его не взяли. А почему они не взяли хороший перевод? Там, где не путают. Это Должанский, что ли, вот этот перевод? Столпнера. Столпнера. Должанского это еще хуже. При чем тут Должанский? Есть перевод 1937 года. Сочинение. Вы видели когда-нибудь сочинение Гегеля? Синее. Почему? Ну, синее. Вот в сочинении Гегеля есть 5-6 том. 5 – это объективная логика, 6-й – там все очень хорошо переведено. Ничего хорошего к этому не добавлено, только ухудшено. А ухудшено там, где говорится… На каком переводе основывается? На этом? На том. Взяли и испортили. Вот на том переводе. 37-го года. Да, и взяли и испортили. И части перепутали, не сделали. И сделали вместо характера, поставили свойства. А потом доходишь до сути, они же не смотрят, что дальше из этого выходит. А потом получается свойство там и свойство здесь. Как такое может быть? Учение о сущности. Нет, вы обратили внимание, что есть свойство? Рекомендовали перевод Столпнера. Да, рекомендовал перевод Столпнера. Но перевод-то один, а издательство-то разные. Что они по-разному текстами однозначны, что ли? Да, неоднозначный. Есть переводчик, а есть издатель, который… И что, издатель ваяет текст? Ваяет. Опираясь, используя чужой перевод. А если он не будет его ваять, Иван Михайлович, то он не получит за другой перевод деньги. А тут деньги получены за перевод. Ну да, раз уже был перевод, бери тот и издавай. А если ты, как считается, что заново перевод… это новый перевод? А считается, здесь… что новый. Почти. Считается, что новый. Почитать, там написано. Считается, что новый. А ничего нового тут нету. Они типа посмотрели и сделали улучшенный. Да, вот, так сказать, улучшенный, издобренный. Старый перевод это еще лучше, потому что новое обычно переведут так, что потом… Потом есть классические издания, а есть переиздания всякие. Это люди же, которые ничего самостоятельного не сделали. Они издавали. Причем, нет, но это издается вот поэтому. Причем ни разу, и это такое же. И это ни разу не издали, как собрание сочинений издано, объективная логика субъекта, ни разу не издали после переиздание этого. Переиздание очень просто делается. Взял и переиздал. Да. Тут уже не переиздание, тут уже дополненное. А если переиздают, значит, там получили. Надо заплатить деньги рабочим, и тем, кто будет делать обложку, и тем, кто будет делать, и все. А тут еще нужно товарищам, которые принимали участие. Да, их много. Вот сюда написал Линьков огромное предисловие. Вы читали эти предисловия? Да, оно что-нибудь добавляет? Стало скучно. Правильно сделали. Что вы перестали его читать. Оно вас не приближает к науке логики, к диалектике никоим образом. В чем смысл этого предисловия? В том, чтобы написать предисловие. Вот два предисловия. Авторское. Вот он сделал. Вот это гегелевское, да. А зачем? Гегель написал, и все, читайте Гегель. Гегель написал предисловие, что нового хотят люди сказать? А, Леньков есть. Да. Так, возвращаемся снова. Итак, Константин Константинович, итак, вот первая категория, которую мы будем рассматривать сегодня, это тождество. Почему первая? Потому что тождество – это что? Как бы вы ответили на вопрос, что такое тождество? Если мы забудем о том, что мы изучаем рефлексию, то начнем придумывать, что такое тождество, там где-нибудь математики, формальной логики и так далее. Равенство – это равенство. А равенство как понимается? Равенство понимается так, а равно А. Бревно – это бревно. Вот. Тождество не тождественного. Что? Тождество – это тождество не тождественного. Так откуда вы такое взяли? Вот тождество не тождественного. Так вот, это вот понятно. Но такого нет же в математике. Если мы в математике предполагается, что если написано 5 равно 5, то это вот эти две пятерки, они одинаковые. И все. И все. Всякое различие убирается. Как модели. Хотя они на самом деле. Ну как. Ну а я вам скажу, что модель возьмите со спутника и координаты этих двух пятерок. Замерьте, они разные. К моделированию не имеет отношения. То, что как да, они разные пятерки, одна левее, другая правее. Можно атомы посчитать.
не имеет отношения. Опять это абстракция. Причем тут модель? Модель. Модель реального мира. Ну так модель ваша знаете какая? Вон их сколько по магазинам стоит, ваших моделей, Иван Михайлович, моих. Это модель. Это все модели не наши. Модель. Как не так? А есть вот, особенно для пиджаков, например, моя модель для того, чтобы показывать, какой пиджак без головы. Вот, вот у вас один пиджак, у меня один пиджак. Для моделей пиджак, голова не ваша, что не тут нужна. Один, что один. Не ваша не нужна, не моя они для модели. Пиджаки разные, пиджаков. А модель одна, один и один. Или женские ноги, на которые надеты чулки, а дальше уже ничего нет. Все. Непонятно, что с ними делать, с ногами. Фантазии. Примеры жизни. Итак. Вот, вот здесь в самом начале Толиста идет как бы повторение того, что это рефлексия. Сущность есть простая непосредственность, как снятая непосредственность. То есть вот это вот противоречие. Что у нас, с одной стороны, непосредственность, и в то же время она снятая. А что такое снятая? Отрицается эта непосредственность. Если бы она была не снятой, это не было бы категории сущности. А в категории сущности, в разделе о сущности, только такая непосредственность, которая имеется с отрицанием. Ее отрицательность есть ее бытие. То есть ее бытие – это есть ее отрицательность. Или, ну, если более резко высказываться, ее бытие – это есть ее отсутствие одновременно. Ну, я могу и пример, раз вы о модели говорили, я пример хочу привести. Моя жизнь – это мое умирание. Про вашу не буду говорить, а про себя только скажу. Или есть такие люди, которые говорят, вот от рака умирают, а те, которые говорят, не болеют раком, те тоже умирают. Или есть кто-нибудь, кто не умер, или кто не умрет. Вот учение, оно бессмертно, это да. Это на уровне становления вы находитесь, что все как бытие есть прихождение. А еще наличное бытие, где они успокоились в возникновении прихождения. Вот мы тут налично существуем. Они не успокоились, Иван Михайлович, если вы изучали, а там спокойное бытие. Спокойное бытие. А то, что оно не успокоилось, вы обнаруживаете очень быстро, потому что вы выясняете, что наличное бытие есть результат снятия остановления, а остановление – это постоянное беспокойство. И поэтому находите там ничто. И вот то ничто, которое в становлении, это небытие. И то небытие, от которого вы хотели убежать, оно вообще в вас сидит, еще хуже. Так оно хоть рядом было, а тут оно не рядом, а просто во мне. Мое небытие во мне, а не в вас, и не в вас, и не в вас, а во мне. Ее отрицательность есть ее бытие. Она равна самой себе в своей абсолютной отрицательности. Почему абсолютная отрицательность? Это мы как бы уже проходили, потому что всякая непосредственность отрицается. Потому что категории сущности – это снятое бытие. Все категории бытия сняты, все. Сняты, то есть они берутся с отрицанием. Не то, что они вообще не берут, берутся, но они берутся с отрицанием. Вот, ну так и берите их с отрицанием. В силу которой и на бытие, и соотношение с иным сами в себе совершенно исчезли в чистом равенстве самому себе. Это чистое равенство. А как оно может быть чистое? Чистое такое, что нет ни чистого бытия, ни чистого иного. А чистое равенство с собой. Только сущность, простое тождество с собой. Вот оно. То есть простое тождество с собой – это тождество отрицательного с собой. Вот это надо запомнить. Не тождество чего-то положительного, а тождество чего-то отрицательного. Если вы так вот определите, что такое тождество, то тогда никто не удивится, или вы не удивитесь, что и двигаясь дальше, вы должны будете сказать, что это то, что вы и сказали, Иван Михайлович, что тождество – это тождество различного. Потому что если тождество отрицательного, значит, отрицательное все время себя отталкивает, правильно? Себя от себя отталкивает, если оно отрицательное. Если тождество отрицательного с собой, вот оно тождественно самому себе, но как отрицание, оно себя же и отрицает одновременно. А раз оно себя отрицает, то тождество содержит в себе различия. И тождество это единство тождества и нетождества, как вы сказали. Ну, так вот, нетождество он не говорит, но это тождество, это единство равенство с собой и неравенство с собой, можно так сказать. Сущность есть простое тождество с собой. Да, простое тождество с собой. Так тождество есть вообще то же самое, что и сущность. Ну, Михаил, сначала вы прочитаете, что такое тождество, тогда будете говорить простое тождество.
Тождество непростое, а тождество задерживает в себе все учение о бытии. Потому что тождество – это вся, рефлексия. Всякая более сложная категория содержится. Да, поэтому вот она и вся простота. На вид простое. Почему простое? Потому что мы с него начинаем. Оно сначала как простое берется. Берется как простое. С отрицанием простого. Вот на ваш посмотришь, простой вы человек. Не простой, а очень простой. А копни его, и вот уже выясняется, не такой уж он и простой. И так и называемые простые люди, как говорится, они очень во многом разбираются. Как некоторые важные люди, как раз наоборот, в чем-то и не разбираются. Ни в чем они не разбираются. Кое в чем разбираются. Как 2 миллиона. Да, вот это и есть. Человек непростой, и поэтому занимается им непростые организации. Сложные. И неоднозначные. Так, вот. Следовательно, это тождество с собой есть непосредственность рефлексии. Я обращаю ваше внимание, Иван Михайлович. Вы мне зачитали, я вам тоже зачитываю. Но я вам зачитываю по порядку, а вы скачками идете. Это второй абзац. Непосредственность рефлексии. Второй абзац. Да. Где тождество? Да. Тождество, да. Где у вас? А я вегу. Видите, да? А я в это вегу. Тождество с собой есть непосредственность рефлексии. Да. То есть вы берете рефлексию как непосредственно, но рефлексия – это отрицательное движение. Да. Бесконечное. И поэтому это вот непосредственность. Пока, вот даже если я ее взял, вот взял я то, что сам себе тождественно. Вот то, все же двигается, да? Угу. Материя изменяется? Изменяется. Если я взял ее вот такую, она что, равна оказалась этому? Нет, но материя – это бытие, а мы сейчас… Материя – это не бытие. Материя – это материя, не надо. Вот материя равна самому себе, только равна самому себе, Иван Михайлович. Я не равна самому себе. Ну, раз не равна, вот раз не равна, только вот вам и получается рефлексия. А что, идея – это тоже материя? Я об идее не говорил. А почему вы скачок сделали к идее? Нет, а вы знаете, откуда у вас такой скачок? Нет, а материя и бытие – это разные вещи, вы говорите. Разные. Это не вещи. Вообще не вещи. Бытие – это не вещи. Бытие – это разные. Я говорю о материи. Зачем вы меня ведете о другой речи? Я вот могу сказать о материи, как материалист? Или это запрещено на кружке? Я не знаю. Так материя – это бытие? Бытие. Я хотел говорить о том, что относится к теме нашего занятия. Как вы считаете, я как руководитель кружка могу двигаться в соответствии с тем, какой план я наметил? А почему тут материя? А при том, что у меня план такой показать, что вот то, что здесь у Дегеля говорится, это относится к материи, поскольку товарищ Ленин учил нас материалистически истолковывать Гегеля. А если вы не знаете, что такое материя, как мы там можем об этом говорить? Вы не знаете, что такое материя? Я не знаю. А когда придете, в следующий раз приходите, чтобы вы уже знали. А вы знаете. А я знаю, но не скажу. Я вообще очень просто могу на вопрос материи – это то, что есть. То единое, что есть, и все. А идея тогда – это тоже материя? Нет, а идея относится к сфере общественного сознания, Иван Михайлович. Но она же есть. А вы что такое сознание? Можете сейчас сказать, сформулировать? А это свойство. Чего? Высокоорганизованной материи. Ну так вы что, я вас про материю. Я вам про материю, а вы про свойство. А свойство-то материи. Есть? Так, если все, что есть. Свойство есть. Но вы о свойствах, а я о материи. Видите разницу? Так и то, и другое есть. Вы это скачки. Вот дисциплина мысли состоит в том, чтобы не отпрыгивать от рассматриваемого предмета и не хвататься за другое. А то, если вы взяли какой-то вопрос или какую-то категорию, вот вы ее и разрабатываете. А если я, значит, бросил эту материю и стал заниматься сознанием. Вы привлекаете здесь понятие, которое… Заниматься сознанием без материи – это значит превратиться в идеалиста. А мы вот как раз читаем и изучаем, как материалисты, эту самую диалектику. Поэтому я не случайно привлекаю все время внимание к тому, что вот то, что здесь берется как просто движение мысли, как эти категории, это является отражением материи, с вашей точки зрения. Вот это и есть сознание. Мы сознательно к этому относимся. Вот у нас, как у членов кружка, есть сознание. Это сознание выражается в том, что мы понимаем, что вот эти категории, они отражают движение материи. То есть материя – это все, что есть. Не все, что есть, а то, что есть. Все это называется много-много всяких. И сапоги, и тряпки, и грязь, да. Все, что есть. А вот то, что есть, это неразделимое целое. Неделимое целое. То единое, что есть, я сказал, а вы невнимательно смотрели. Не все. А то, что есть. Единое или единственное? То единое, что есть.
А вот уже когда вы берете сознание, это к единому не относится. Это потому что материя от этого, так сказать, это сознание не существует вне материи, помимо материи. Это ее характеристика. Вот точно так же, как ваш рост и вес относятся к материи. Но это не отдельно. Есть вот Герасимов, есть его вес. Есть вот Шабусов, есть его рост. Есть Дегтярев, есть его ум. Но они же есть. Или там есть порядочность человека, товарищ Мордовин, есть Мордовин. Вот товарищ Мордовин возмутится, если мы отделим от него порядочность, скажем, вот это порядочность, это Мордовин. Они живут отдельно. Но они же есть. Друг от друга. Да, и воюют между собой. В баню вместе ходят. Есть внешние взаимодействия. Вес, рост. Нет, это не внешнее. Рост – это не внешнее. Это вообще не взаимодействие. Рост – это характеристика ваша, неотъемлемая. Рост есть? Есть. Она же есть. Да, но как характеристика? Вы же различаете бытие и определенность. Это определенность на уровне, на котором мы с вами изучали. Определенность – это не бытие. Определенность – это отрицание, Иван Павлович. Всякая определенность, сознание – это тоже определенность. Это не бытие, это отрицание. Это определенность. О том, что вес вообще – это мера взаимодействия. Масса мера взаимодействия. А вес – это сила, с которой давит на подставку. Сила, которая давит. Ну, ваш, ну имеется, когда мы говорим вес человека, мы имеем в виду, конечно, массу на самом деле. В этом смысле, вот в обыденной жизни мы вместо массы говорим вес. Имеется в виду, конечно, массу. Да. А масса – это характеристика. Чего? Материи. Какой? Ну, той, которую вы рассматриваете. Вот этот объект, вы берете его массу, и все. Ну, возвращаемся снова к тому, о чем мы говорим. Почему непонятно? Ну, с массой-то там не все так просто. Там не все просто, но это все характеристики ваши. Вот характеристики человека. Есть человек, есть человек, а есть его определенность. Это мера инертности тела. Да никакие. Мера инертности тела, да. Да. По физике, так это? По физике, да. Я не знаю, какую физику брать. Ну, какой в данном случае релятивный надо брать. Классическая физика, это сейчас для революционных времен, гимназических. Классическая физика, Гегель пишет, ничего не объясняет. Как это? Где это? Почему? Как это? Ничего. Что-то объясняет. Денис Борисович, не усложняйте проблему. Дело в том, что есть наличное бытие, есть его определенности. Если вы берете материю какую-нибудь, какой-нибудь элемент материи, человека, или другой элемент, там стол, стул и так далее, есть его определенности. Например, вес – это одна из определенностей человека. Вот одна из моих определенностей – мой вес. Рост – одна из моих цвет глаз и так далее. И вот когда это все опишут, то после этого дело возникает. Но не на рост и не на вес, а дело возникает на человека. А это признаки, по которым, вот когда еще вешают портрет, так сказать, или робот делают, чтобы, так сказать, фоторобот, чтобы, так сказать, найти преступника, по каким? По признакам. Но эти признаки не есть сам человек. А вот когда появится такой человек, у которого эти признаки, то судить-то будут не признаки, а этого человека. Признаки никто судить не будет. И, то есть мы не должны путать вот бытие и определенность. И вот это то, что мы изучаем как рефлексия, это тоже определенность, но уже в сфере сущности. А тут не получилось такого, потому что из той определенности, которую мы брали на личное бытие, развивается иное. А тут нет иного. Все вот эти вот разделения на нечто иное, они все пройдены. Мы прошли нечто иное, конечное, бесконечное, границу для себя бытия. А для себя бытия тогда, когда уже есть единство бесконечного и конечного, и нету ничего. Поэтому это самостоятельная категория. В каком смысле самостоятельная? Нет ничего такого, что было бы кроме этого для себя бытия. И вот когда мы говорим, что вот это вот для себя, что вот рабочий класс должен из класса в себе превратиться в класс для себя, когда он свои интересы защищает и выражает все интересы всего трудящегося человечества. В этом смысле он класс для себя, а не в том смысле, что он класс-эгоист и, так сказать, для себя начинает действовать. Все классы эгоисты, все классы борются за свои экономические интересы. Но отдельный человек, если он борется только за свои интересы, это эгоист. Про классы вы это уже не скажете, потому что к классам это неприменимо. Такая характеристика, какая-то мораль в этом плане. Странно было бы, если бы класс не боролся за свои интересы.
Вот, и здесь, вот, чтобы речь-то о чем идет у нас сегодня? Как преодолеть ту сложность, что людям никак это не познать? Я, вот, когда думал о том, как сегодня проводить занятия, я хотел начать то, что я сейчас скажу, с того, что я сейчас скажу. Что вот полезно просто читать. Потому что когда на 36-й раз читаешь внимательно, и видишь много нового, интересного и ранее непонятого. Между прочтениями надо и делать это... перерыв час на сон. Ну, тут очень много слов. Иначе подряд да. не читается. Нет, и много ты находишь интересное, читал. Новое, и вдруг тебя осеняет, и видно, что так просто и понятно написано, а раньше было это же самое, так же написано. И хотя вот люди раз, и два, и три издавали, и все они издают, 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 и не понимают, не понимают. И вот, но есть еще и читатели, которые иногда и читают. Хотя среди руководителей нашего государства не было второго руководителя, кроме Ленина, который бы читал науку и изучал науку логики Гегеля. То есть это доступно избранным? Нет. Понимать. Это доступно не избранным, этого. А тем, которые не боятся трудностей. Трудностей, как Маркс. Поэтому Маркс и написал, что только что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сможет достичь ее сияющих вершин, кто, не сражаясь усталости, карабкается по ее каменистым тропам. И вот мы видим сейчас, в связи с тем, что вот у нас записывает, это товарищ Самсоненко вот записывает, еще у нас есть товарищ, который записывает этот кружок. Нам уже всякие претензии предъявляют трудящиеся нашей страны, говорят, что это у вас там долго не вывешиваете там заседание кружка. То есть уже мы тормоз стали для трудящихся, что мы должны быстрее и лучше вывешивать. И лучше проводить кружок, как бы уже мы, там никто не хочет от этого освободиться, от того, чтобы мы задавали эту кому-то головную боль, а наоборот, хотят, чтобы мы это проясняли, и чтобы эти наши занятия были более систематическими. Ну вот я возвращаюсь к тому, что мы сейчас делаем, тождество надо понимать как рефлексию, которая берется со стороны равенства с собой. Рефлексию мы изучаем. Ну как мы ее изучаем? Вот рефлексию как можно взять со стороны равенства с собой, а можно взять ее со стороны неравенства с собой, потому что она же отрицание. Вот эта вот отрицательная природа рефлексии, если она равна самому себе, это удержание этого отрицания, это вот тождество. Но это такое удержание, которое связано с тем, что раз оно отрицательно, оно все время уходит от этого тождества, и поэтому в нем есть вот это. И дальше нам остается только это рассмотреть. Это тождество, тождество только различного. И тогда мы берем различия, то есть тождество и различие. Вот они, вот вид различия такой, есть тождество, есть различие, они различаются. А дальше, поскольку тождество понимается как тождество различного, то на самом деле оно тоже различие, поэтому оно тоже различие. А различие, оно само-то себе самому равно различие или нет? Да. Равно, значит оно тождество. Поэтому вот это различие, тождество и различие снято. А раз оно снято, есть чего? Есть, так сказать, и это равно самому себе, потому что оно самостоятельным становится. Тождество, включающее в себе различие, тоже в себя все включает, значит, оно самостоятельное, ему не надо никакого различия, у него различие в нем. Различие, оно себе тождественно, а раз оно себе тождественно, ему не надо теперь это, вот тождество, оно вот, тождество имеет в самом себе, оно тоже самостоятельное. И у вас получается, они просто разные. Разные они. Знаете, когда расходятся пары брачные, семейные, они говорят, мы разные люди. Они что, раньше думали, они одинаковые? Значит, разные. И все. А в чем разница? Об этом нет речи. То есть, когда говорят просто о том, что они разные, имеют в виду, что это вот различие, при том, что и то, и другое, никогда же не бывает ничего тождественного. Разное всегда можно сказать. Вы не найдете ничего, чтобы не было разным. Можете привести пример, модель, Иоанн Михайлович? Если вы будете делать модель, две разных модели одного и того же, эти модели будут разные. Количественно, если у нас по две руки у нас одинаково. У нас руки разные. Ну, руки-то разные, но по две. И тут две, и тут две. Количество рук одинаковое у нас. Количество-то разное. Количество-то одинаковое. А количество, Иван Михайлович, это снятое качество? Ну, снято. Сняли же. Чего вы делаете-то? Снятое качество, нас не обманешь. А рука-то это же качество.
по два уха еще, по одной голове. Так что модель, так сказать, если человек описывает моделью, сколько... Две модели бывает? Одна модель человека, одна голова, вот эти два уха. Вот эти две модели всегда отличаются. Вы никогда не сделаете тождественной модели, никогда. Как модель она будет... Нет таких тождественных. Вы не приведете два уха, примера. Две руки. Да, голова-то одна. Две ноги. Две. Вот, это вот описывается как модель человек в программе. Это описывается. Это одинаковые это абсолютно модели. Да? Это в программе. А я не говорю, диалекти... а ничего а не в диалектике количество и снятое качество. А я не спорю. Давайте вспомним еще, как что говорится у Гегеля про количество. Что это граница, количественная граница, это безразличная граница. К чему она безразлична? К качеству. Безразличная, да, поэтому, человек с тремя поэтому руками, вроде качество не меняется, качество, можно двигать. А с одной рукой это другое не качество. Не важно, какое качество, если вы только считаете конечности, то у бока рук больше и ног. Рук? Да, вот и руки, и ноги, и все, все. И клешни еще могут быть, тоже конечности. Так что это другой вопрос. Вот, вот это надо усвоить, потому что, вот, скажем, ну не знаю, как для вас, вот для меня, например, тождество и различия, они существовали само по себе. А вот здесь они, вот в этой ткани диалектической, они это вот рефлексия, которая выступает как равенство с собой и как неравенство с собой. И потом тождество, оно просто берется со стороны равенства с собой, эта рефлексия, если берется, она тождество. Если она со стороны неравенства с собой берется, на различие. Но поскольку они в единстве, это одна и та же рефлексия, то поэтому получается, что в тождестве есть различие, а в различии есть тождественное. И никаких вы не найдете примеров, чтобы было тождество чего-то, что не различалось. Вот говорит, два человека тождественные. Но только два разных человека могут быть тождественны, правильно? Только. Если они тождественны как люди, не просто там руки, как вы говорите, но люди вот разные. Мы говорим, мы должны добиться равенства людей. Что, все будут одинаковые, что ли, совсем? Какое может быть равенство? Поэтому вот Ленин разъяснял, что равенство в марксизме и справедливость понимается как равенство социальное, а социальное равенство только в смысле уничтожения класса. Не в смысле того, что во что вы одеваетесь, не в смысле того, какой у вас цвет глаз, не в смысле того, какой у вас нос и какой разрез у вас глаз, а в смысле того, что классы будут уничтожены. Никакому другому равенстве социальном не говорится, и никакого другого равенства марксизм, так сказать, не ставит себе в качестве цели для рабочего класса и для борьбы трудящихся. Вот. Поэтому ничего другого. И если вот эти люди не понимают, они уже марксистами не могут быть. Они запутаются. Они начинают примитивное какое-то равенство понимать. Давайте всех оденем в одинаковые одежды, всех в синюю робу. Или еще что-нибудь в этом роде. Давайте от всех требовать одинакового там, понимания того же самого. Нельзя требовать одинакового понимания, потому что в чем-то будет различие обязательно. В чем-то будет различие. И не надо это понимать, что это только что само по себе это отрицательное. Даже, скажем, некоторые, ну, может быть, и неправильные даже какие-то там, суждения или высказывания могут быть основанием для того, чтобы дальше на них откликнуться, поспорить и получить более глубокий и более, то есть, широкий какой-то взгляд истины, правильно? То есть, это не, потому что без этого не бывает, без того, чтобы человек делал, как вот человек не имеет, нет таких людей без недостатков, так и деятельность человеческая не бывает без ошибок. Вот есть такой эпизод, когда Троцкий выступал на пленуме и сказал, что вот партия не ошибается. А Сталин слушал это и говорит, это комплимент с известной долей издевки. Потому что все ошибаются, и партия ошибается, и народ ошибается, особенно народ ошибается в период революций и каких-то крупных общественных процессов. Поэтому от ошибок вообще никто не застрахован. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, это точно не ошибается. Но у них другая ошибка. Они, если они ничего не делают, это вот и есть самая крупная ошибка их жизни. Они ничего в жизни собой не представляют. Поэтому и к ошибкам мы должны относиться, ну, именно как к тому, что является, ну, некоторой стороной деятельности человека. Потому что даже есть метод движения проб и ошибок. Но наши вот сейчас, нынешние вожди, они другой метод, более современный, особенно у них метод ошибок. Они только это делают, так и идут. Назад, назад, назад. Так. Ну, если последний его реализовывать, может быть. А?
Если последовательно идти путем ошибок, может быть, это тоже... Да, наша ошибка, одна побивает другую ошибку, и можно прийти. Исторический вот, урок дать. Вот. Я чувствую, вам понравился этот метод. Метод проб. Да не проб, ошибок, метод ошибок. Ошибок? Сделали ошибку, пошли к следующему. Этот старый метод проб и ошибок, а новый вот. Ошибка – это понятие классовое, по отношению к чему ошибка? Ошибка по отношению, если ошибка это не только классовая, ошибка это особое еще понятие, потому что об ошибках можно говорить тогда, когда нет злого умысла и когда нет преступления. Вот. А об ошибках говорят, когда в целом деятельность человека положительная, тогда можно сказать, что вот в его деятельности есть ошибки. А если деятельность его отрицательная, это не ошибки. А он уже агент, может быть, иностранных государств, даже если ему туда ни одного доллара не дали. Агентом можно быть и бесплатно. Агент своего кармана. Бесплатно. Он не своего кармана, карман у него агент его собственный, он в свой карман закладывает. Или ему просят, а я, говорит, в руки не беру взятку, кладите мне в карман. Так. Вот посмотрите. Это тоже со собой есть непосредственность рефлексии. Оно не такое равенство с собой, как бытие или ничто. Вот здесь как раз разница между тем, что было раньше. А такое, которое устанавливает себя. Устанавливает себя как единство. Причем это установление есть не восстановление из чего-то иного, а чистое, спонтанное и внутреннее установление. Существенное тождество. Поэтому оно не абстрактное тождество, иначе говоря, не возникло через относительное подвергание отрицанию, которое происходило бы вне его, и лишь отделило бы от него то, что от него отлично. То есть не так получается тождество, вы берете один предмет, вот другой предмет, и, так сказать, от второго предмета все, что отличает его от первого, вы мысленно хотя бы мысленно отделяете и говорите, вот. Этот предмет и вот то, что вы называете моделью, они тождественны. Между прочим, модель никогда не тождественна. Никогда, а я не спорю. Никак не тождественна тому, что моделируется. Ну, потому допущение. Что, потому что... Допущение потому что, принимается. Речь идет о моделировании, скажем, какого-то процесса жизненного, он бесконечен, а модель – это конечно. Некоторые черты этого вот действительного процесса, они, эти черты берутся, в конечную, так сказать, вот не бывает модели без допущений. Что, а? При определении тождественности не отбрасывается то, что не, так сказать, не отбрасывается. Так не отбрасывается, потому что тождественно может быть только то, что различно. А нет, вот это различием, мы этим различием пренебрегаем. Нет, мы им не пренебрегаем. Мы должны вот не пренебрегать этим различием, а мы должны усвоить, что тождественно только то, что различно. Вот мы два с вами разных человека. И как бы мы с вами. Как вы можете пренебречь, что мы разные люди? Денис Борисович, о чем вы говорите? Чего вы хотите от чего? От меня отсечь что-то или от себя отсечь что-то? Что вы хотите сделать? А вот это тождественный, что ли? Я? Самому себе? Нет. Даже я, если буду говорить не о Денис Борисович, а о себе. Я тождествен, но я вот до того, я сказал уже три слова, я уже другой человек. И я, между прочим, два раза вздохнул. И, между прочим, возраст мой увеличился на 5 минут. На 5 минут. А знаете, что с возрастом человеком происходит? Так что о чем мы говорим? Не надо запугивать. Да я просто про себя говорю, а вы сразу на себя это принимаете. То есть даже в развитии любого человека, предмета, субъекта, все угодно, нету равенства даже с собой. Вот когда мы говорим о тождественности с собой, тождественность с собой – это просто момент в движении этого предмета, человека, общества. То есть только нет тождественности. А? Есть только нет тождественности. Тождественное тоже есть, а как же? Нет, есть и тождество. Но это вот, скажем, в российское общество, если российское общество, оно остается Россией? Или она через сегодня Россия, через 5 минут уже не Россия, что ли? Она все равно Россия. То есть равенство с собой и неравенство вот с собой. Вот, хорошо. Скажите, пожалуйста, Советский Союз – это Россия? Да, Россия. Россия. Это определенная форма существования российского государства. Могучая форма. Он самый... Самое, так сказать, великое в смысле того, что колоссальный расцвет был всего. А можно сказать, что это аналог равенства с собой и неравенства с собой в сфере сущности? Некий. Можно. Так здесь не то, просто то, аналог. Просто вы равенство с собой и неравенство с собой брали как отдельное, а вот здесь она будет в сфере сущности. То есть, если вы берете равенство с собой и неравенство с собой как
характеристики рефлексии. Так рефлексия, есть одна рефлексия, да. она и тождество, она и различие. Да. И вы просто ее берете со стороны тождества, и ее же берете со стороны различия. А потом вы начинаете дальше углубляться, выясняется, что тождество содержит все различия, различия содержат в себе тождественные, каждый из них самостоятельный, тогда просто у вас разные они. Ну, разные. Чем они отличаются? Разные. Всем. Когда я говорю разные, всем. Вот мы разные люди. Всем. Что я тут сказал? Что мы люди. А в чем разница? Ни в чем. А ничего всем. Я не сказал. То есть в этом никакого содержания, ну, кроме того, что есть, видимо, отличия, но никакие отличия не указаны. Бесконечное количество отличий. Не указано, это наоборот. Нет. В этих словах не указано никаких отличий. Никаких, просто разные. И все на этом. И получается, а раз разные, то значит есть и одинаковость, есть и не одинаковость. А в чем одинаковость? А это тоже никаких нету признаков, ничего об этом. Просто а вот есть у нас что-то одинаковое, есть что-то не. Как вы с этим будете спорить? Что у нас есть с вами что-то одинаковое, что-то не одинаковое. А это даже не просто что-то отдельное, а просто если у нас есть и одинаковость, и не одинаковость. Вы можете найти одинаковость без неодинаковости? Или неодинаковость без одинаковости? Можете найти? Дело в том, что вот то, это вот, как говорится, такие пары, которые в наша голова, ум, не должен отпускать по отдельности. Две собачки ходят только вместе. Не бывает одинаковости без неодинаковости, и не бывает неодинаковости без одинаковости. Вот о чем бьется тут Гегель, долго-долго бьется над этим, и мы бьемся над тем, чтобы это усвоить, чтобы их вы можете вырвать оттуда, из контекста, и сказать, это тут только одинаковость, но такого в жизни не бывает. Нет, мы можем ее рассмотреть, просто взять и рассмотреть, но все равно она будет. Вы все время хотите рассмотреть что-то, вырвать из диалектической связи, вырвать это дело и рассмотреть. Отдельно. А не хотите ли вы рассмотреть в связи? Вот мы-то бьемся на занятиях кружка, чтобы мы вот то, что мы берем по отдельности, в формальной логике, рассмотреть в связи. И, так сказать, не хотите вы рассмотреть именно прямо в связи, не вырывая ниоткуда? Давайте, говорит, я у вас зуб вырву, рассмотрю, говорю, о, хороший зуб. Серьезное дело. Назад можно всунуть после этого? Можно. Ну, это отдельно, за отдельную плату. Можно новый еще. Да зачем вам? Давайте мы вам сейчас фарфоровый сделаем, там, жемчужный, что хотите. Вырываю, давайте деньги. Вставим. То есть, и дальше, идем дальше. Мы это мы все рассматриваем, как развивается, изменяется рефлексия. То есть, все понятно. Дальше одинаковость, не одинаковость получается теперь, что это на самом деле одна положенность. А что такое положено? То положено то, что берется с отрицанием. Не просто бытие, а то, что с отрицанием. Вот положенность, да? Но в этой положенности есть тождество, а есть различие. И вот эта положенность как тождество – это положительное. А положенность как отрицание – это отрицательное. Но положительное же, оно не отделено же от отрицательного. Значит, в положительном есть отрицательное. Значит, вот положительное и отрицательное – это вот все единство. А вот это вот единство отрицательное, если вы берете, в нем есть и положительное. Значит, отрицательное – тоже все единство. Значит, опять они у вас и такое, и такое. И вот это единство двух. Вот тогда у нас уже не положенность, а противоположность. Здесь одна сторона, а здесь другая. Сторона, потому что если вы будете указывать на различия, вы не различите их. Вот у вас противоположность. И вот они существуют, это противоположности, только вот в единстве. А единство противоположности как называется? Противоречие. Противоречие. И что такое противоречие? Это все рефлексия. Да. Поэтому все, вот смысл и задача нашего занятия сегодняшнего специально состоит в том, чтобы усвоить, что это не отдельные разные категории, это некоторые движения рефлексии. Одной рефлексии, то есть этой категории рефлексии, которая, собственно говоря, и характеризует, или определяет, является определенностью сущности, или рефлективным определением. Там было очень просто в учении о бытии. Определенность есть отрицание. А здесь вот это бесконечное движение, оно и дает все эти определения. Только они в своем развитии мы берем как бы на разных этапах развития, скажем. Тождество, различие, потом противоположность, противоположности, одна противоположность, две противоположности, единство противоположности, потому что они в единстве, а единство противоположности есть противоречие. И вот, когда мы дошли до этого самого противоречия, и он каждый раз, Гегель, здесь в примечании,
берет соответствующие формально-логические всякие рассуждения, вроде того, что есть закон творчества логический, что А равно А, бревно есть бревно, собака есть собака, кошка есть кошка. Вот, ведь зато далеко не уйдешь. Или в другом, в отрицательном выражении, не может быть, чтобы А было и не А. То есть это ту же самую мысль, что А равно А. Не может быть, чтобы бревно было бревном и не бревном. Не может быть, чтобы чердак был чердаком и не чердаком. И так далее. Такие глубокомысленные рассуждения. Или потом через противоположение. Не может быть или А, или не А одновременно. Хотя как раз в чем состоит диалектика, что и А, и не А одновременно. И вот здесь, все, вот он здесь берет и сопоставляет с, вот с этой своей главной тканью диалектической всякого рода формально-логические законы или объявленные законами такие вот глубокомысленные утверждения, которые на самом деле совершенно не выражают, а искажают вообще действительность. Вот здесь видно разницу очень легко, вот в этом разделчике. То есть вот если мы будем изучать тождество, различия, противоречия, вот все это мы рассмотрим, и соответствующие примечания, то мы вот то, о чем сегодня шла речь, усвоим и, так сказать, продвинемся в плане изучения диалектики. Продвинемся. Поэтому я вот вас призываю, и всех, кто здесь смотрит и слушает, имея в виду и наших товарищей, которые смотрят занятия кружка по интернету, вот это надо внимательно прочитать, изучить и продумать. 36 раз. Нет, один раз. Когда один раз прочитать, а остальные 35 какой-нибудь другой раз. И вы увидите, что каждый раз вы что-то новое здесь и хорошее найдете. Вот. По крайней мере, вот те люди, которые думают, что это потеря времени – это что-то делать, не опираясь на вот эту самую передовую методологию. Потому что люди делают, если они неграмотные вот в области диалектики, то их ошибки просто грубые и большие в этом смысле. Потому что философия не может, так сказать, все ошибки устранить. Она может устранить только самые крупные ошибки. И поэтому люди, хорошие специалисты в разных областях, у них свои ошибки, мелкие в этих областях. Но по-крупному они ошибаются только в вопросах, которыми занимается философия. Если они эту философию изучают, значит, они этих крупных ошибок не делают. Вот, например, у нас там власти говорят, мы назад не пойдем. И идут назад. Потому что они не знают, что вперед, что назад. Потому что назад-то идут к капитализму, а от капитализма идут даже назад еще и разрушая вообще производство. Весь мир идет к тому, чтобы стихийный рынок преодолеть и обеспечить государственный монополистический капитализм. Я имею в виду ту часть мира, которая не находится в переходном периоде от капитализма к социализму или не построила социализм, как КНДР. Вот. А эти граждане, так сказать, ползут назад. Или во всем мире государственная собственность, так сказать, регулирует другие процессы, а здесь все время норовят приватизировать. И так уже приватизировать. Государственная собственность есть частная. Куда, как это? Как можно приватизировать приватизированно? А можно переделить. Вот о чем идет речь. Это о переделе собственности. И оторвать уже. Если раньше отрывали от общественной собственности, превращали в частную. Сейчас индивидуальные капиталисты или чиновники хотят оторвать от общей капиталистической собственности и приватизировать себе. Или приватизировать в интересах иностранных компаний или иностранных государств. Тоже какого-то капитала. В том числе и государственного, может быть, иностранного капитала. Если говорить. Поэтому польза этого обучения в том, чтобы не делать крупных ошибок. А без ошибок, конечно, не обойдешься в жизни. На этой оптимистичной ноте. Да. На этой очень оптимистичной ноте давайте и закончим. Нет никаких вопросов или заявлений, или обращений? Вопросов нет, тогда либо все понятно, либо ничего не понятно. Я понял. Я так и старался вести занятия, чтобы... Я и старался так проводить занятия, Иван Михайлович, чтобы вопросов не было. И Гегель так написал, чтобы вопросов не было, а было только изумление и удивление. Но люди его издают и переиздают. Передают, да. Особенно вот эти люди, которые деньги получают.